С чего начинается в целом ваш заход в область психологии и в программу профессиональной переподготовки? Конечно же, с выбора, который вы делаете на первом и на начальном этапе своего прихода в Институт психоанализа. И этот выбор помогаем делать вам мы, да, для того, чтобы вы могли проходить программы более качественно, более осознанно и более продуктивно в дальнейшем. Если вы хотите стать психологом, если вы только начинаете свой путь в этой профессиональной сфере, то у нас для вас есть прекрасные программы, после которых вы можете пойти в магистратуру, вы можете пойти на другие программы, которые покажутся вам важными и необходимыми для вашей профессиональной деятельности. Но мы должны всегда помнить о том, что сегодня эта сфера становится очень сложной. Сфера психологии сегодня укрепляется профессиональными стандартами. Не случайно в 2023 году мы получили два профессиональных стандарта. Один из них – психолог-консультант, второй – психолог служебной деятельности. Профессия психолог – это та профессия, в которой мы развиваемся постоянно. Невозможно прийти, поучиться и стать психологом. Мы это делаем на протяжении всего нашего пути, шаг за шагом. Сначала мы развиваем какие-то базовые программы, потом мы углубляемся, потом мы расширяемся. Потому что именно психолог, и я в это верую, и как аналитический психолог в том числе, именно психолог – тот ценный ресурс, точнее, его внутреннее пространство, его психическое пространство – это тот ценный ресурс, который он несет потом другим людям. И чем лучше вы себя знаете, чем лучше вы себя понимаете, чем лучше вы способны владеть собой как инструментом, тем более эффективно вы можете работать. Я считаю, что эта программа полезна каждому, всем. Но это всем, ну, потому что это база. То, с чем общаться, как строить, там, я не знаю, контакт, взаимоотношения. Вообще, где брать вот эту информацию, как сходить на собеседование, как я себя чувствую. То есть там же все начинается от того, что я центр своей вселенной. Как я там себя проецирую, что я там, как это вообще происходит во мне, внутри вот эти... То есть в школе, конечно, нам рассказывали про биологию, математику, еще физика, но получается так, что про меня, где мне узнать про себя, непонятно где. Это вообще такая базовая история, было бы неплохо всем. Я мама 4 детей, и мне очень важно, что я могла учиться в удобное для меня время. Я могла половину утром посмотреть, половину вечером, кого-то ускорить, когда иногда говорят преподаватели, например, медленнее. Все материалы были нам предоставлены вовремя и в очень удобной форме. Ссылки на дополнительную литературу, экзамены мы сдавали, тоже все было очень удобно. Онлайн с преподавателями, вот они были в аудитории, а мы онлайн дома, это был очень интересный опыт. Я впервые вот на таком дистанте училась. Психиатрия была очень интересна, там такие случаи, но вот человек уже много лет работает психиатром, он нам рассказывал, просто всю лекцию нам рассказывал случай жизни. Это самое было интересное. И такие преподаватели, которые больше не теория, а именно вот практику, мне больше всего это понравилось. Мне прям очень было интересно это слушать, и хотелось так еще. Все коллеги, которые у нас проходят обучение, они вам совершенно спокойно могут рекомендовать нашу программу, потому что лично проходили все эти этапы, знают абсолютно каждого преподавателя, знают абсолютно каждый подход в той или иной программе, знают абсолютно каждую программу с точки зрения практики. Сегодня очень важно быть профессионально актуальным в плане своей базовой подготовки к психологии и в плане своей практикоориентированной подготовки. У нас очень много практикоориентированных программ по психологии, потому что с нами работают ведущие эксперты, ведущие преподаватели психологической отрасли России. Я исполнила свою мечту благодаря Московскому институту психоанализа. Я мечтала стать психологом еще с своего раннего детства. И, наконец-то, мне предоставилась такая замечательная возможность. От себя хочу сказать то, что в Московском институте психоанализа замечательные преподаватели, лучшие образовательные программы, искренние и всегда готовы помочь кураторы. И все это комьюнити создает просто благоприятную среду для того, чтобы развиваться в новом. Я выпускница программы «Основы психологической науки и практики».
На этой программе я познакомилась с замечательными людьми, как преподавателями, так и студентами. И вместе с моими коллегами мы основали клевый, интересный проект. Я бы пожелала себе и всем не бояться и идти, потому что мы в жизни, вот как раз на днях у меня такое озарение пришло, что мы очень много в жизни получаем информации интересной, разной. Как жить, как лучше работать, как лучше все. Но мы ее не используем. Мы можем почитать 150 книг там разных, мы можем сходить на обучение. Я сейчас еще в другой сфере тоже проходила обучение, где нужно делать. Просто нужно идти и делать, не бояться. Нужно просто идти, не бояться. Я буду продолжать учиться дальше. Я поступила на магистратуру, буду получать высшее образование в этой сфере. И желаю всем вам тоже открывать для себя новое. Это очень круто. Ждем вас на наших программах дополнительного профессионального образования.